Сейчас мы находимся в доме, где родился и вырос известный балкарский поэт и писатель Кайсын Чуваевич Кулиев. К сожалению, в данный момент дом находится в процессе реставрации. Но полагаю, через полгода реставрационные работы закончатся, и посетитель сможет окунуться в античную атмосферу жизни и быта балкарского народа начала 20 века. На одной из улиц родного села жители организовали мемориал памяти в виде каменных плит со стихами Кайсына Чуваевича. Поэты со всего мира чтят и уважают творчество Кайсына Кулиева и посвятили ему несколько строк. А вот и настало время пообедать. Традиционное блюдо Кавказа – шашлык из баранины. На углях. В казане сейчас готовится лагман. Уже готовый шурка. Лагман, который толстый? А, вот это? Да. Вот это хичины. А здесь у нас лагман. Это... салат, шурпа, два айрана, да, и шурпа. Ну, все, лагман готовится из мяса, овощей, да, лапши, да. Да, одна ложка. Давай, я тебе сейчас вот это хичина, да, с кусочком. Вкусное небо. Горячее. Ну, не горячее. Не хочет. Люля с макаронами, с салатом. И вот уже шашлык из барана. Травяной горный чай. Очень красивая подача. Вот в таком-то интересном чай. Находимся в селе Полужгум. Это высокогорное село. Здесь так вот практикуют до сих пор строительство заборов и зданий из камней. Выпас скота осуществляется буквально на склонах гор, где здесь достаточно сочной зелени для пропитания скота. Село буквально живет своей жизнью. Здесь выращивают продукты в огородах, удобряют естественным путем. Зелени просто море. Даже жизнь здесь это сказка. Да, может быть, быт здесь непростой, но здесь очень красиво. Остатки древней жизни.
Сейчас мы находимся на верхнем Голубом озере. Приятное место для отдыха. Сейчас мы едем по пути в Верхнюю Болгарию. Вот остановились в одном из самых красивейших мест. Просто не передать словами. Впереди видны руины аула Тюньнюм. Из уцелевших строений на вершине сохранилась только сторожевая башня Абай-Кала. Здесь также снят один из фрагментов фильма «Война» режиссера Алексея Балабанова. Время обеда, сейчас мы пойдем в кафе-отель «Орлиное гнездышко». Я просто не могла пройти мимо кухни. Одно из любимых блюд подкастов – это печенье. А вот и шурпа доспела. Очень вкусно. Легкий овощной салатик. Ну и, конечно же, шашлык. Без него никак. Наше маленькое путешествие подошло к концу. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. И увидимся в новых видео. Всем пока!